переезжаю в Париж. Знали бы вы, как сложно для меня это сейчас делать. Мой самый первый влог, когда поменять аватарку спустя того, как она у меня висела 4 года. Все, Саш, ты должен с этим покончить. Я не буду смотреть. Ребят! Это то же самое, что убрать из этой квартиры Лего. Я понимаю, что мы отсюда съедем, Лиза съедет, я переезжаю вообще в другую страну, но такое нечто, как Лего, которое здесь всегда стояло, сейчас уйдет, и я несколько дней буду видеть эти полки пустыми, холодной водой. Да? Да, прям вообще не очень. Я тоже. Скоро приеду. А Лиза сказала, что она заберет одно Лего к себе, кстати. Кстати, это сказал мне сделать Саша, пожалуйста. Уточни этот момент. О, как же, чтобы обо мне воспоминать. Давай я Францию заберу. Нет. Да. Нет, мне символично. Расстались не из-за переезда, расстались из-за того, что не поделили Лего. У нас есть Лиза человечки Лего. Смотрите. Вот это Лиза, а вот это я. Я Лизе отдам вот себя, а она мне отдаст себя тоже. Я не могу, я просто не могу на это смотреть, боже. Почему? Почему оно все тут? Пиздец. Особенно этот портрет. Все, едем это все отдавать маме, друзьям Лизы, благотворительные фонды, что-то. В этом видео очень много слез будет. Мы приехали с Лизой в ТЦ закупаться тем, чего мне очень надо во Франции, и того, чего не будет. И первое, у чего мы остановились. Да, этого же точно нет во Франции. Не уезжает меня. Пожалуйста, не уезжай. Приехали вроде для меня, но, блядь, все как обычно. Во Францию поеду с Лизиным бюстгальтером. Короче, ребят. Это, блядь, Лиз. Это мои самые любимые духи. Я сейчас их покупаю, потому что не знаю вообще, продаются ли такие во Франции. Оставить свой предыдущий флакончик Лизе, в котором чуть-чуть есть, чтобы у нее был мой запах. И чтобы она могла сделать вот так, и у нее была замызгана камера точно так же, как у меня сейчас. Мы продолжаем поиски самых важных вещей для Парижа, которых, конечно же, нет во Франции. И внимание, куда мы пришли. Мы пришли мне выбирать штучки на мои кроксы. Сука, а во Франции реально поедет? Вот с этим и с духами из золотого яблока. Боже, ну и, конечно же, мы берем бюст Пушкина с собой. Определенно, почему я буду скучать, это по моему личному водителю транспорта в Москве. Это колоссально. Итак, те покупки, которые я решил совершить здесь, в Москве, потому что мне это надо в Париж. В Париже, наверное, этого нет. Я купил ватман, клей с блестками, кисточку, ручку, штучки для кроксов, конечно, этого же вообще нет в Париже, Аризону, нидерландских духов, корейский уход, самый популярный в мире, и, наверное, его тоже там нет, сенежскую водичку и, блядь, Бебето Черри! Не поедешь ты никакой Франции, я возьму и порву твою визу. Да. Сейчас мы с Лизой будем делать плакат для моего квартирника. Я сделал приглашение, чтобы собрать всех своих друзей. Мы что-нибудь сготовили, мило посидели, покушали, выпили, поиграли в настольные игры. И, в общем, удачно, миленько меня проводили в Париж. Вот, сейчас мы делаем плакат. Мы здесь напишем Париж. Ну, главный наш атрибут, это вот этот вот клей блёстки. Понятно. Ашку для вдохновения. Последние дни стараюсь как можно больше видеться со своими друзьяшками, потому что я же скоро реально уезжаю. Мы пришли в боулинг, который называется Бибабо. Также с нами Шмуняня. Шмунянь, как тебе Бибабо? Супер, 10 из 10, еще раз приду. Опа, а это удар Бибабо, самого главного. Ура. Бибабо? А. Вообще как очень даже твердо. А что такое? Раз, два, три. Лиза, когда я уеду. Да! Блять, а походу шутка зашла слишком далеко. Я уже собираю чемоданы. Я не знаю, как это вам передать, но... Блять, это реально случится? Это очень тяжело на самом деле. Мы об этом дальше по всем поговорим, но мне уже начинает хуевить.
И, кстати, я буду везти два чемодана, у меня оплаченных 40 килограммов на каждом этапе моего пути. Нужно взять как можно больше, на самом деле. Лучше там это выкинуть, хотя я буду брать реально самое нужное. Хей-хай. Делаем белые зубы к Парижу. Ага. За хорошую поездку, за хороший переезд. Пустая! В последние дни отъезда я не знал, как снимать влог, поэтому мы просто занимались нашими делами, выбирали, например, мне канцелярию в Париж, также пошли в аквапарк с мамой Лизы. В общем, очень мило и хорошо проводили вместе время. А еще я сходил к своему любимому мастеру Равиле, потому что то, что было на голове, негоже с таким вообще жить и ехать куда-либо, тем более в Париж. И в последнюю пятницу перед отъездом оторвались с ребятами по полной. Блять, самое главное, что надо положить в посылочку, конечно же. В Париже практически готов, еду уже через пару дней. Ну, у меня вот только такие эмоции. Перед отъездом, конечно же, я захотел сделать такой final party, la soirée du final. Это будет небольшой сбор. Придет 6-7 человек к нам домой. Мы посидим, поиграем в настольные игры, выпьем. Я сготовлю вкусную пасту, салатик. А сейчас мы едем закупаться за всеми этими продуктами. Почему ты с ней встречаешься? Она, ну, потому что она мой личный транспорт. Неправда. Она нечто больше. Да-да, это они сейчас купят пол ТЦ. Пришли в Затею. По всей видимости, мы берем вот это вот для украшения. Надо же как-то, чтобы реально все было красивенько. А это вообще разрешено в этой стране? Я думаю, нужно взять вот эту зеленую шляпу. Точно. Просто. Это разнос. А можно я скажу важную информацию для влога? Короче, в Ашане нам пипец не понравилось, поэтому мы едем в другой магазин. Ребят, что, будем сегодня пить? Я тут немножко взяла по бокальчику. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Досмеялись. Досмеякались, а мы его реально берем, потому что мы посчитали, так нам будет гораздо выгоднее. Все вместе вышло 13 тысяч. Мы просто заряжены очень-очень сильно. Мы сейчас быстренько домой, убираться, готовить место к завтрашнему празднику. Просто пиздец. Мы просто вот сейчас, вдумайтесь, я собираю вещи для своего переезда в Париж. Лиза собирает вещи для переезда на другую квартиру. Параллельно мы украшаем. Это вайб непередаваемый, честно. Вот страшный сон, который мог случиться. Вот он. Чтобы всем завтра все понравилось. Мой прощальный поклон в плане уборки. Все, мальчик последний раз в жизни убирается в квартирах. Такой роскоши во Франции не будет. Я приеду там, вот когда там, может, тогда и приберусь тогда. Посмотрите, как уже красиво. Мне безумно нравится, как выглядит этот потолок. Блин, очень удачно мы нашли эту штучку. Мы еще для нашей тусовки сделали вот такой вот плакат. Paris with Tesla. Тут такой вот еврик. Я, Мона Лиза и круассанчик. Ну и, конечно же, вместо Эмили в Париже теперь у нас выходит Tesla в Париже. Букетик. Книжка французскими фотографиями. Очень красиво тут. Все чистенько, все убрано. Ну, туда даже не смотрим. Это так, наш склад. Я очень горжусь нами. Я думаю, завтрашний вечер пройдет просто охуительно. Я еще решил организовать свою последнюю сходку, и сейчас я еду на нее, меня там уже ждут ребята. Прямо у меня все сердце так... Видите, у меня, блин, даже камера трясется, потому что ручки немножко тут трясутся. Таксист меня высадил вообще не в том месте, я еще иду. Боже, я уже опоздал на 7 минут, мне так стыдно. Посмотрите, сколько тут вообще людей. Вообще крутяк. О, смотрите, они сейчас все побегут. Привет! Привет, ребят! Да, привет, всем привет! Блин, офигеть! Вау! Еще один привет! Все, кто здесь, писали тебе пожелания! Я в шоке! Пиздец! Олимпийский! Сходки Саши, и мы стали лучшими друзьями, он даже набил сейчас меня татуировку, что у меня кличка Сарай, типа такая Сарай. Блин, это очень круто. Вообще, малыши мои. Это просто разнос. Я не знаю, как это комментировать. Я не знаю, как я это все заберу с собой в Париж. Ну,
Понятно, что шоколадки я все съем по возможности. Остальное буду реально стараться все-все-все забрать. Короче, я уже дома, я уже помылся. Сейчас я начинаю готовить. Потому что сейчас уже у нас будут все наши друзьяшки приходить. Лиза тут тоже все убирает. Боже, мое золото, мое просто мое золото. Мой первый кукинг. Hello, this is my first cooking. Oh my gosh, really? Смотрите, здесь у меня уже целый килограмм. Привет, так можем себе позволить. Сейчас я начну делать брускетты. Вот тут у меня багетики такие милые. Потом жарить хлеб, жарить креветки, делать гуакамоле, песто. А потом еще пасту с креветками. Чабата! Блять, чувствую себя на адской кухне, пиздец. Да, гуски, готовим. Блядь, я одной рукой делаю креветки, второй гуакамоле, четвертый, блять, рукой жарю макароны. Ням-ням-ням. Агузяк, блядь. Агузик, все, все добавляй туда, оно варится сейчас. Мы, короче, не впускаем Катю, потому что у нас еще ничего не готово, боже, как... Какой стыд. Будешь знать, когда приходишь заранее. Все влоги снимают. Приехала Ксюша, приехала Арина. Боже, очень красиво. Ох, почему-то все опаздывают на полчаса. А? Ой, как у меня такая милота. Что девочки мне презентовали? Капец, девочки сделали торт. Они лучшие. Что у нас в меню? Брускетта номер один с креветками и авокадо. Брускетта номер два с песто и беконом. Салатик с креветками. Ну, блядь, только одни креветки. Немножко фруктиков, макарон. Круассаны. Тут немножко дыньки. У нас тут есть паста с креветками. И вот такой вот апероль. Это просто пиздец. Посмотрите на это. Сейчас мы его будем делать. Чтобы тебе пожелать. Окей, ну, мы тут вообще начнем. Мне дают штрафное такое. Радочка. Пися. Тихо, Арина! Выглядит так печально. Вот жалко. Я в Париже. Поэтому давайте поверим мне. Если вы... А на каких основаниях? Меня убили три раза подряд ночью, и сейчас кто это мафия, я охуею и выгоню с этого праздника. Это она точно. Нет. Да. Это влог, сейчас будет торт. Ваши эмоции. Даже в Армении переезжать. Happy Paris to you. Happy Paris to you. Помой, пожалуйста, твою руку, блядь, облизать. Мы едем на квест, ребят. Нормально, влог про эмиграцию во Францию, мы показываем квест. У меня огромный синячище. Блядь, включили бензопилу, я бегом, блядь, я, конечно же, въебался. Айо. Айо. Чё, айо? Айо, можно мне массаж? Нет. Ты уедешь, и мне его больше никто не будет делать. Берет на слабо. Пошли, сказала. Я никуда не переезжаю. Я останусь на этом месте. 5 лет я вращу в него корнями. Ты все убираешь. А я отдыхать. Тяп. Задумчивый Боб. Такие. Саш, ну вставай! Мне кричать. К чему этот деструктив? Мы уже будем все собрать и пойти гулять. Пойдем подержим. Мы уже почти все упаковали. Правда. Ничего не осталось, как вы видите. Я не могу найти свою карточницу. Прям перед поездкой, получается, я без карточек. Сука. Что вот мне делать? Заказывать новые или пытаться найти старые? So cool. Как обезопасить себя в этом диджитал мире. Следующие кадры самые тяжелые, потому что там упрощаемся с Лизой, и я очень-очень много плачу. Ты уезжаешь, бедная мы. Ты уезжаешь. О. Да никуда ты не поедешь, короче. Завтра я тебе сегодня порву паспорт. И все, спай. Смотрите, какой у нас Лизы кулончик. Иди сюда. Смотрите, оно вот так все детиком. Нет, наша любовь такая же, потому что... Смайл! Так ходим до моего отлета. Завтра я уже уезжаю в Калининград, Лиза на новую хату. Сегодня к нам приезжает арендодательница смотреть квартиру и высчитывать, сколько она не хочет нам отдать залога. Мы очень хорошо себя вели, и все останется. Кроме, посмотрите на потолок. Вы видите там вот такие всякие хуйнюши. Это клей. А как его отмыть? Знает Диля.
которая придет сюда убираться 1 числа. Пришел последний раз в свое кафе, любимое. Не верится, ладно. Поем тосты вкусные напоследок. И буду очень ждать, когда снова приеду сюда и их съем. Привезли вещи, которые не хотим никому отдавать, продавать сюда. Смотрите, здесь это все Лего. Это некогда Лизина комната. Самое мое любимое здесь это вот это. Вот это. Смайл! Пока мой Лего. Ребята, сейчас я вам покажу свой университет. Вы тоже не ожидали, что там все так будет выглядеть. А вот и, кстати, моя однокурсница. Бонжур! Команд ты тапель. Последний день в Москве. Я реально думал, что его буду проводить так. Надувать шарики в школе. Пиздец. Норм вообще, мне Максим перед отъездом подарил вот такое. Мне никогда в жизни такие пакетики не дарили. А надо было просто уехать в Париж, чтобы глаза не намыливать и будут дарить такие подарки. Ура, эмиграция. Любимый мой сладкий. Я не хочу тебя отпускать. Просто мой любимый, ты мой сладкий. Все, вам звонить больше Лизы. Да. Я не буду плакать, я сейчас приду и дома. Да не буду. Я сейчас не буду плакать. Сейчас уже грустно становится. Все. Это моя последняя ночь, я сейчас дособираю свои шмотки, все уже собрано, убрано, у нас даже уже первый осмотр на этой квартире был. Хотел сказать, что мы с Лизой обменялись своими футболками, самыми любимыми, чтобы напоминать друг о друге, и оставили друг другу еще и духи. Опрыскаю эту футболку Лизиными духами, чтобы когда мне уже станет очень плохо, и мне надо почувствовать Лизу рядом с собой, я мог делать так. Я хотела попросить Сашу убрать эту хуйню, потому что в жизни бы я не смогла бы это убрать, но я понимаю, что мне нужно учиться самой. Процесс немного не так сильно прогрессирует. Я буду каждый день вызывать мужа на час, чтобы все свои проблемки вот такие бытовые, чтобы он мне решил. Ты не испортишь, оно вымывается. Да! Моя! Вот мои чемоданы. Я сейчас уезжаю из этой квартиры, я в нее уже больше, наверное, никогда не вернусь, потому что я даю другим жильцам. Сейчас началась просто череда нескончаемой боли. Сначала там друзья, какие-то любимые места, потом квартира, Лиза, семья. Непонятно, что там меня ждет. Не будем о плохом, но я очень благодарен этому месту. Это моя самая любимая квартира на планете. Давайте еще раз на нее последний раз посмотрим. Сколько же приятнейших моментов видео здесь было снято. Я буду очень скучать. Уже от слез настолько болят глаза, что единственное, что помогает, это вот этот лед. Боже, пиздец. Ждет меня моя девочка. Как же ей сейчас тяжело, это пиздец. Сижу на дорожку. Идет. У меня всего 40 килограммов. Мне 40 кажется, какая? Только в одном чемодане. Привет, Сашка. И мой чемодан еще и пизданул. В Париже осталось ехать прямо 7000 километров. Сука. Даем эти гробики, блядь, наконец-то. И прощаемся с Малыфом. Весь самолет заплакан, чуть не затопило. Тут даже на стеклах, видите, тоже вода. Это все от меня, это все я. Едем сейчас, я не знаю, заедать стресс. Это кто ко мне прибежал? А как я тебе помогу? Ну, видимо, только морально. Попробуем. Степа весит как 1/3 этого чемодана, блин. Ой, главное там не пукни. О, Степа 2 сентября в школе. У нас еще, кстати, появился лабрадор, кто не знает, дома. Я тебя больше люблю. Ну, значит, я тебя больше. Не я. Я.
Я. Смайл. Короче, пришли мы в школу. Линейка уже закончилась. Мы хотели посмотреть, но что-то, видимо, мы проспали чуть-чуть. Боже, все, поболтала со всеми учителями, все мне там нажелали всего самого хорошего. Хочется заплакать, но я уже правда не могу. У меня уже просто нет сил на это, поэтому я просто погрущу чуть-чуть, но без слез. Вот, сегодня у нас традиция с бабушками. Каждый первый звонок и последний звонок в школе. Уже 12 лет мы ходим в ресторан. Один и тот же. И собираемся одним и тем же кругом, так сказать. Там бабушкины подруги. Я, Степик. Вот Степик только появился за это время. Обязательно подсниму, потому что это очень мило, супер кьюти. Я очень рад, что у меня так получилось вырваться в Калининград. Очень прям удачненько все получается. Все, приехал я к бабушкам. Вот, в этом ресторане мы уже 12-й год встречаемся. Бабушка реально тоже очень грустно, что 1 сентября. Ну все, мы уже вот тут собрались, сидим. Потому что очень работать не хочется. Ну а кому хочется? Работа не волк, она ворк. Степику тоже нехорошо. Ну и ладно, ему простительно. Так. Хочется выпить за Сашу. Степа, бургер! Я еще не рассказал, что же я делаю в Калининграде. Я приехал, потому что я сам из Калининграда, и здесь вся моя семья. Это вообще моя комната, кто давно на меня подписан. Мое самое первое видео, это как я сделаю здесь ремонт, вот это вот облачко. Я приехал, конечно же, навестить семью перед таким довольно долгим отъездом. Еще погулять со своими друзьями, сделать кое-какую справочку. Завтра это пойдем делать с мамой у нотариуса. Ну и погулять с друзьяшками. Сегодня первый день, когда я не плакал. Ну так, только днем чуть-чуть. Вот, и мне уже, правда, чуть полегче, с Лизой общаемся по фейстайму. Пока все нормально, но я еще не так сильно это почувствовал, потому что я же дома. Мне кажется, как будто я поехал в Калининград на пару дней. Но я уверен, меня еще схватит. Даже сейчас об этом думаю, немножко слезы набегают. Я сейчас заполняю все бумажки на серебряную кнопку. Вот эта вот малышка сейчас будет начинать готовиться ехать к Саше Тесланду. Ой, это вообще, это очень круто. А мы с мамой уже поехали делать документы очень важные. Боже, пришли как будто на похороны какие-то. К 9 надо было. Ну, конечно. Мам, первая проба. Да, она не первая. Ну. Я уже была. Будем считать, что маме понравилось. Учебного года. А вот та самая Татьяна, которая научила меня французскому. Мы сейчас кушаем вот такой вот сорбетики и фондан. Марин, расскажи, как тебе занятия с Таней? Марин, это просто, это богиня, это человек, благодаря которому вот просто хочется вот стремиться наверх. Расскажите что-то о нас, как учениках. Вы поддерживали друг друга? Когда кто-то сдувался, второй... Другой его нес. Да, второй его нес, как в бою за французский язык. Да, а то, что теперь все, я еду во Францию через 5 дней, это ж... А я не еду. А самое главное в этом то, что вот я не еду в итоге. Ну то, что я... тоже не еду, кстати. Ну то, что я еду, это шок. Точно. Почему нет? Мы же к этому стремились, это был план конкретный, и мы его сделали. Вот так вот в меня сильно верили. Боже, я никогда такой счастливый со встречи не уходил. Но она просто лучшая богиня. Мы с Мариной сейчас под таким впечатлением. Я влюблена просто. Мы считаем это подарок судьбы. Нас человек просто научил жизни. Ну, всему французскому точно. Ну, и ни разу не отменил занятия. Ни разу. Вот, то есть, представляете, какой это человек. Я уже заебал всех своими слезами. В общем, я посмотрел видео от Лизы. Мы оставили друг другу мини такие послания. Я правда очень-очень жду, когда Лиза или я приедут куда-либо. И снова мы увидимся. Но все правда будет хорошо. Я был в Калининграде 5 дней, я их провел просто безумно счастливо. Я провел очень много времени со своими друзьями в своих любимых местах, попил пиво, сходил, даже успел в клуб, не представляю, как это получилось. Встретился со старыми одноклассниками, в общем, другими знакомыми, и даже успел, знаете, кому съездить? Бабушке. Посмотрите, сколько портретов там моих. В общем, я провел это время незабываемо, хорошо, и очень рад, что мне удалось это сделать перед поездкой. Все, я только что собрал чемоданы. Сейчас мы вот это болтаем с Лизой. И
через 4 часа мне нужно вставать и ехать. Смогу ли я это сделать? Да, конечно. Буду ли я себя хорошо чувствовать? Нет. Осталось совсем чуть-чуть. А путь у меня получается таким. Из Москвы я прилетел в Калининград на пару дней. Оттуда я поеду на автобусе в Польшу, в Гданьск, в аэропорт. Вечером у меня рейс в Париж. Я прилетаю вечером этого же дня в Бовитиль. Это аэропорт, который находится дальше всего от Парижа. И оттуда я беру автобус и еду в центр, меня там будут встречать. Смотрите, что мне Лиза написала. Вот я попа тебя. Сейчас 4:50, я сегодня уезжаю в Париж. Меня, если честно, начинает крыть волнение очень сильно. Это все стало реальным. Вот мои вещи. И через 10 минут мы с мамой поедем на автовокзал, где меня ждет автобус до аэропорта в Польше. Все, погружаемся. О, пока-пока, Калининград. Приехали мы на автовокзал. Сейчас будем меня садить. И еще тут Марина мне приехала провожать. Ура! Пока-пока! Возьми меня с собой! Все, вот мой автобус. Я загрузился, пойду туда. Очень счастлив. Но очень сильно я боялся из-за того, что, во-первых, это граница. Граница — это, в общем, страшно, тем более в такое время. Во-вторых, я боялся, что мне отберут мои деньги. Я реально был уверен, что у меня их отберут, хоть у меня их не так много было, но мне было за них очень страшно. На что мне жить в Париже? И, конечно же, свои курилочки, потому что где я такие еще куплю там? Там такого нет. Но... я прошел, слава богу, я себя почувствовал примерно как вот это. Этот эмодзик. Все, я уже в Польше. Мой путь занял чуть меньше, чем 6 часов. Уже вот с чемоданами у аэропорта мне рейс ждать больше 6 часов. Я думаю, я надеюсь, что я сейчас зарегистрируюсь на рейс, оплачу свой перевес, который у меня точно однозначно есть, и поеду в город. Очень этого хочется, поэтому пойду скорее регистрироваться, если есть такая возможность, или сдам хотя бы в камеру хранения, потому что, блядь, с этими гробиками не погуляешь вообще. Прям как из сериалов таких вот. Короче, только что подходил я к стойке информации. Здесь нет никакого luggage room. Здесь нет посадки ранее, чем за 2 часа. И единственный вариант, который есть, это поехать сейчас на ЖД-станцию, которая в городе находится, там оставить чемоданы. Ну ладно, я думаю, что здесь комната, куда их можно сдать. Что, в принципе, блядь, везде есть. Ну да ладно, видимо, в этом аэропорту нет. И я еще узнал, сколько будет стоить перевес. А он у меня явно есть. Здесь, блядь, не 40 килограммов, к сожалению, а все 50. Короче, это будет стоить 6 тысяч. Короче, с горя за 750 рублей взял себе вот такой вот ролл и кофе. Внимание, над ним летали мухи. Я в ахуе. Я сейчас в самом центре со своими 50-килограммовыми чемоданами. Жду подружку, которая смогла мне заказать такси. Мир не без добрых людей. Мы познакомились с ней в автобусе. Я могу 3 часа еще спокойно гулякать. Смотрите, как все очень мило и круто. Вот я тут, где мой чемодан-то, блядь, спиздили, наверное. Ой. Но водила, это вообще угар, блядь. Как вот, какая была вероятность того, что я сяду в первое такси, и там будет играть русская музыка? Сука, я это притягиваю, видимо. Ой, ну конечно, не Париж, но такая приятность вообще очень даже мило. Посмотрите, какой я бодный, это пиздец. Я шел, наверное, где-то километр с 60 килограммами. 50 вот тут и здесь на спине. Укупотная сука, ну главное, без чемоданов. За 750 рублей оставил. Все. Ну, посмотрите, кстати, очень мило. Вот это называется Старое Место, это центр города, я так понимаю. Я вообще в этом городе не впервые, я раз 5 здесь был. Вот, ну, оно все вообще в Европе, мне кажется, похоже. Посмотрите. Пряничные домики, купола такие милые, шпили. 2-3 часика и быстрее-быстрее в Парис. Я только что заплатил 75 рублей за туалет. Давайте проведем его оценку. У нас за 50. По тебе еще тараканы побегают. Мой спаситель. Не меньше, не больше. Слей! Мы гуляем в самом-самом центре и пытаемся найти польскую кухню. Мы нигде не нашли ничего. Мы очень хотим отбивняшу. Все, мечта исполнила. Конечно, сервис просто. У меня, блядь, со сколами. Ленка ебучая реально не рекомендует, но вроде выглядит вкусно. Сейчас будем все пробовать. Нам там пипец не понравилось, было очень невкусно. Мы разочарованы польской кухней в этом именно ресторане. Зависть ворнинг. Ура! Я счастлив. Все, я уже потом приехал в аэропорт.
У меня, кстати, снова был русскоговорящий водитель. Я уже стою, жду, сколько мне скажут за мой перевес, мне заплатить миллионов долларов. А еще я хочу уже 5 часов писать. Я не знаю, почему я об этом не подумал раньше, но, сука, я сейчас написан на этот калибратор. А сейчас я вам расскажу, как меня шпиняли по всему этому аэропорту с чемоданами, как футбольный мяч. Короче, это был сейчас пиздец. У меня 40 килограмм с собой. У меня по итогу в сьюткейсе оказалось 48. Я оплачиваю. Во-первых, я долго ждал оплаты. Во-вторых, потом я подошел уже с чеком через 10 минут, и мне говорит, нет, нужно еще что-то. Я говорю, я только что стоял, и мы взвесили два чемодана, и мне дали это, и я оплачивал. Что вы вообще делаете? Типа, по итогу, короче, он еще меня 10 минут промурыжил, и у меня осталось 30 минут до конца посадки, а вы посмотрите, какая очередь. Это пиздец, и там просто справа еще больше. Как я успею? Надеюсь, реально я успею, потому что это пиздец. Очень сильно потолкался, уже очень сильно спешил. Блядь, я не могу. Мне осталось 5 минут до конца. Я очень хочу в туалет. И, блядь, я не знаю, где гейты. Здесь огромный дьюти-фри. Загни палец, если только что весь аэропорт смотрел на тебя, когда ты переодевал футболку. Я дважды это сделал. Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Почему Париж меня встречает куриной избой? Я прилетел в самый маленький аэропорт мира, мне кажется. Он такой малюсенький, это жесть. Я в Париже, я невероятно рад этому, но мне сейчас нужно еще из этой жопы доехать в центр. Сука, испытание на день никак не закончится. Ребят, это весь аэропорт, он буквально, ну, он меньше, не знаю, моей кухни. Блять. Дейзи, Дейзи, Дейзи. А кто это и почему так случилось, расскажу себе в телеграм-канале, ссылочка в описании, или ищите по нику. Блять. Божечки ты мой. Сейчас я выезжаю из квартиры моего знакомого и еду на свою. Я уже 2 недели ее снимаю, и я уже столкнулся просто с французским хамством и пухуизмом. Я нашел эту квартиру через агентство, и оно мне помогло снять квартиру, найти ее, выбрать хороший вариант. Сам сервис — это русскоговорящие ребята, поэтому все было просто супер. Но, блядь, француз — это просто пипец. Во-первых, фотографии моей квартиры, они были как на проекте, они не были реальными. То есть, знаете, когда делают ремонт, сначала там накидывают 3D-план. Там были только такие фотографии. Я попросил фактически, на что мне ответили, что нет, я не буду, бери квартиру или нет. Так как агентство очень хорошее, мне его советовали мои друзья, конечно же, я им доверился, потому что они сказали, что все должно быть чики-пуки, просто, ну, такие французы, привыкай, чё. Контракт у нас должен был начаться 5 сентября, и потом в день подписания договора он говорит, нет, я хочу, чтобы квартира и просто так не стояла, и с 20 августа он за нее платил. И меня, ребята, просто, они тоже были в шоке с этого, видимо, это еще, это французского, это супер левла. Вот, мы заплатили, и как оказалось, вчера... Вы представляете вообще? Мне пишет сотрудник этого агентства и говорит, они не привезли еще стиральную машинку и что-то там еще. А ничего, что я за это плачу с 20 августа. Привет! Я тут, клиент, хорошее отношение к клиентам, ау! Но как хорошо, что я это все делал не один, а вместе с этим агентством, и они мне выбили скидку в 2 раза, то есть я буду платить не 1200 евро в месяц за квартиру, а 600, ну, именно на за первый месяц. Но я на самом деле больше рад, что так, потому что это мне сэкономит приличную сумму денег. Короче, все. Еду смотреть квартиру и, наконец-то, блядь, увидеть Париж. Потому что пока... Мне не нравится, что это здание похоже на Калининград. Клянусь, у меня вот такое же стояло около дома. И, кстати, про вчера еще хочу сказать. Мне было очень-очень плохо. Я когда только приехал, меня ждал этот еще автобус сраный. Потом я встретил мой знакомый француз. Мы разговаривали только на французском. А мне казалось, что я очень плохо говорю на французском. А потом мы ехали еще 40 минут. С моими саквояжами 60 килограммов на метро. От метро еще 10 минут шли. Я вообще не представляю, блять, как я пережил этот марафон. И сегодня себя чувствую очень даже неплохо. А, уи. Я иду сейчас с 2 чемоданами на 7-й этаж. Вот мой внутренний дворик, я уже приехал. И у меня реально жизнь какой-нибудь в Париже, потому что вы видите, сколько пролетов.
и ни одного лифта. И я живу на самом последнем этаже. Смотрите, у меня квартира на 7-м по-русски этаже. И я прошел, получается, 2 раза вверх и 2 раза вниз, еще и с чемоданами. Это был пиздец. И сейчас я вам хочу показать местоположение моей квартиры. 1, 2, 3. Боже, это... Знаете, вот я шел по этой лестнице и думал, блядь, ну нахуя я взял так высоко? Ради этого местоположения, ради этого вида, этого, возможно, это очень туристически жить в центре, но я хотел всегда жить в Париже, а не там в Нантере, в университете, где я буду учиться, поэтому я думаю, что я лучше потерплю, не буду ходить в зал, плюс это, кстати, бесплатный зал, и узнаю, кто мне верный друг, потому что кто поднимется, тот точно меня любит. Вот моя квартира. Такое смешное зеркало. Моя голова после чайка, надеюсь, будет реально такой. У меня всего 19 квадратов, но в Париже все такие квартиры, как мне кажется. Ну, либо они стоят очень дорого. У меня вот такая вот кровать. Здесь мои вещи. Тут у меня столик. У меня есть микроволновка, печка. Скоро будет холодильник. И туалетик. Смотрите, раковина. Такое вот милое зеркало. Душевая кабина и туалет. Самое главное, что все абсолютно новое, потому что ремонт еще даже в процессе, то есть не привезли холодильник. Очень пахнет даже ремонтом. Я на самом деле люблю такой запах. Посмотрите, у меня мансарда. А теперь самое главное, вид с моей кровати. Вы просто представляете? Я вот так проснулся, разинул глазки и увидел это. Давайте покажу вам поближе. Посмотрите, как вообще красиво тут. На камере не видно, насколько это красиво, правда. Я, честно сказать, очень-очень даже и доволен. Я просто не могу, я так счастлив. Я себя, правда, чувствую Эмили в Париже. Я не знаю, я прям сейчас даже заплачу отчасти. Я в Париже, и сейчас гуляю, охуенная погода, заселился, все хорошо. Боже, там Эйфелева башня. Это так круто, это очень-очень-очень круто. И вот бы сюда мне Лизу, и вообще... Мне ничего больше не надо. Ну так я уебищно выгляжу, это просто пиздец. Блять, я хоть и помылся, но я, блядь, весь стал мокрым после того, как собирал все чемоданы. Но, блядь, посмотрите на это. Мне очень не хватает Лизы. Мне вот, я вот хожу и думаю, как бы сейчас нам было вообще вместе хорошо тут. Но ничего, она скоро должна приехать. Я, правда, сейчас буду плакать. Невероятно счастлив. И ради этого, правда, стоило тут очень много трудиться. Изучить целый язык. Сталкиваться с огромным количеством трудностей. Если вы что-то очень сильно хотите, но боитесь и думаете, что не получится, ребят, просто сейчас посмотрите на меня. У меня это получилось. Я думаю, у вас тоже все будет получаться. Вы все сможете. Со своей консьержкой, она очень милая женщина, мы с ними поболтали. Посмотрите, как здесь красиво, это очень-очень красиво. А вот это еще красивее. Самое ужасное то, что я поднимался сюда с чемоданами 2 подряд. Наверное, хуже этого мало что можно представить. Фух, наконец-то я помылся, а то я, блядь, был хуже себя стул собаки чувствовал, вонючий. Сейчас буду разбираться, потому что вещей дохуя. А у меня ни одного шкафа. Мы идем в Лувр. Пришел муж Адель. Правда? Настоящий. А где, собственно, Лувр? Закончился. Шмона, Лиза где-то рядом. Эх. Вот бы сюда обычную Лизу просто. Прям very beautiful. А еще мы сняли вот такой вот прикольный TikTok. Are you happy to be in Paris? Oui. В общем, мой первый день в Париже был замечательный. Наконец-то я заселился в квартиру, закончилась вся эта беготня с чемоданами. Осталось, блядь, только реально это все разобрать. Но завтра я поеду в Икею, все вам покажу. Второй день. Тут очень вайбово, мне кажется, да. Я сейчас бегу скорее в Икею, чтобы купить себе напольные вешалки, и вообще надо купить какие-то продовольствия. У меня даже нет зубной пасты, сегодня французы не подходите ко мне близко, потому что я вас могу... очаровать своим запахом. Я со всеми поболтал по телефону, с Лизочкой. И скорее бегом. По винтовой лестнице вниз. Кто нахуй живет в домах без лифта? Блять, пидорасы. Ситуация полная пидорасьем, потому что у меня уже болят ноги, я не могу идти. Ребят.
Так, лучше пойду отсюда. Мне идти до Икеи. Мне идти до нее 5 километров. Ладно, я только второй день в Париже. Наверное, мне еще будет нравиться очень сильно гулять. Потом обратно буду изучать метро. Опять с этими сумками по винтовой лестнице, блядь. Ладно, зато какой вид. Я даже сегодня шарфик надел такой, типа, а-ля Франции. Зашел в магазин, просто хотя бы узнать, сколько вообще стоит все. Здесь целая порция равиоли с говядиной, и они стоят буквально 110 рублей. Вот хотя бы посмотрите на эту пиццу, замороженную, и сравните ее с нашей. Вот эта замороженная пицца, посмотрите, как она вкусно выглядит, как будто она реально только-только сделанная. Она стоит 300 рублей. Так, ну зубные пасты есть от 100 рублей. Тут самая дорогая стоит 5 евро, то есть 300 рублей. Жить можно, ребят. Ой, тут даже есть за 50 рублей паста. Мне кажется, жить можно, реально, потому что я оказался тут за пасту 1000 рублей, за равиоли 1-2000 рублей. Кто еще сегодня не понял, у меня сегодня день чоппинга. Пока у меня чоппинг вот такой. Какую-то такую среднюю пасту за 180 рублей, липтон за 80 и водичку за 40. Ну а пока я шел в Икею, решил зайти покушать. Посмотрите, как красиво, где я иду, но все не так хорошо на самом деле. Только что случился маленький mental breakdown. Я сидел сейчас на скамеечке, мне стало так грустно, так плохо. А потом я понял, что я в Париже. Ну, на самом деле нет. Я, конечно, могу шутить сколько угодно, но это, правда, немного тяжело. Понимаете, это сложно быть вместе, когда ты понимаешь, что тебе надо жить, но ты плохо понимаешь, о чем говорят вокруг, вывески не все понимаешь. И когда ты понимаешь, что нет какой-то конечной даты, то есть это типа не просто путешествие куда-то, где that's okay, ничего не понимать, это немного другое. Ну а сейчас я стою у дома инвалидов. Дом инвалидов. Кстати, я еще до сих пор не дошел до Икеи, иду уже туда 2 часа. Я зашел только что в Boulangerie. Я сейчас съем свой первый французский круассан. Но перед этим маленькая предыстория. Короче, я услышал entrant, оказывается, это не 30 просто, одна тридцатка, а это 1:30. И, короче, я до 30 убегаю, и, блядь, и у меня кричат «А-а!». Я такой «Шви, дежали, простите». Боже, блядь, я такой тупой, я не могу, блядь. Вот поэтому я и грущу, что я нихуя не понимаю. Пробуем. Наверное, надо есть в 6 утра, когда он свежеиспечен. Обычный круассан. Блять, до Икеи никогда в жизни не дойду, купил себе еще беретик. Потому что надо сделать фотографию, когда будет хорошая погода, чтобы выложить в профиль. Ребят, это полиция. Полиция просто, они реально в Джеймс Бонде застряли. Пока я иду в эту Икею, что только не произошло, уже, блядь, погода стала уебищной. Посмотрите, дождливый Париж. Плачет, потому что я не могу дойти в Икею. I'm happy to be in Paris. We... Икея, подожди, у меня чоппинг. Наверное, я их возьму, потому что это выгодная сделка, это вложение в свое будущее, это инвестиция. А в чем мне еще идти на неделю моду, как бы, не забываю. Слава богу, студентам скидка. Yes. Уже идет 5 час, а я не могу попасть в Икею, и я набрел на очень странный дом. Короче, рассказываю вам историю. Во Франции есть закон, что если к вам забрались какие-то люди, и в течение 48 часов вы их не выгнали, то они имеют право остаться там. Так вот, это такой дом, в котором поселились бомжи-художники, и просто устроили там притон, и они очень долго ругались с государством, и после этого сошлись на том, чтобы сделать там арт-пространство. Просто представьте, на самой торговой улице в Париже, в центре города, стоит просто особняк, который просто заполнен арт-пространствами, и вход в него совершенно бесплатный. И самое интересное, что ты ходишь и видишь, как художники, артисты творят свои произведения искусства. Это очень круто. Смотрите! Это книжная лавочка на улице, боже. Прям супер по-парижски, а я тем временем еще иду в Икею. Ребят, моя мечта, вот клянусь вам, дойти в Икею, но сначала в Лего. Вы не поверите, это случилось. Опа. Где я? И как же приятно, что сейчас рантре. Это когда все выходят на работу, на учебу, и всем сейчас студентам везде скидки, вот в Икее тоже там 5 евро будут давать. Спасибо. Я без Лизы тут вообще очень плохо, потому что Лиза всегда знала, что нам надо. И всегда мы вместе это делали. Я очень хочу, чтобы поскорее пришла Лиза. Пришла пешком из Москвы. Вы не представляете, как сильно я хочу вот это, но у меня еще нет холодильника дома. Блять, мне они очень-очень нужны. Слава богу, я нашел, что мне надо. Мне нужна вот такая вот вешалка напольная. Потому что я думал, что, блядь, раз он в центре, то значит тут нихуя нет. Но слава Коке, что здесь все, что мне надо. Сука. А как я это везти домой собираюсь? Я еще не был на последнем этаже. Now. Я вышел из этой Икеи, у меня уже там разболелась голова. Короче, я купил почти все, что мне нужно. Конечно, мне еще чего-то точно не хватает. И я, наверное, поеду еще в какую-нибудь большую... Да? Большую Икею или закажу онлайн. Я заказал доставку.
за 1000 рублей, потому что у меня было всего на 40 килограмм, мне кажется. И это прям пиздец. Это прям пиздец, вот так. После этого невозможного дня я еду домой на метро. Изучаю еще сегодня. На самом деле оно немножко по-другому. Я даже не знаю, как это писать, но... Ну, как обычно метро. Справа-слева разные поезда. Тут не так. Тут одна ветка справа, другая слева. А еще есть запад, юг-восток. Вообще не понимаю, типа, очень сложно. Надеюсь, разберусь. Я вышел пораньше на другой станции, чтобы вам показать вот это. Смотрите. Вы видите, это очень-очень красиво. Это называется Тракадеро. Я извиняюсь, но мне кажется, отсюда это будет выглядеть офигенно. Короче, я уже давно дома. Посмотрите, как я тут убрался, потому что завтра мне будут устанавливать стиралку. Но завтра очень важный день, я впервые иду в свой университет. Завтра с утра вообще здесь установят, как я сказал, стиральную машину, холодильник. Должны привезти мне всю мою Икею. И завтра уже здесь будет красиво, поэтому я вам вот как раз завтра и закончу влог. Приветик, я дочь миллионера, и это влог моего школьного утра. Я проснулась всем и посмотрела осьминожку. Мне папа положил 5000. Потом я пошла на кухню завтракать. Мы с мамой мне сделали сок из апельсина и помело. На завтрак у меня сегодня было яйцо и сок. Потом я пошла в ванную комнату чистить зубы и сделала себе веснушки. Потом я пошла одевать школьную одежду. Надела колечко. Блять, я ненавижу это метро. Оно очень-очень сложно, особенно станция, которая на Елисейских полях. Это просто пиздец. Я уже здесь 10 минут блуждаю, нихуя не знаю. А вот и мой университет. Первый день я опоздал. Ура! Боже, как же все могло быть по-другому? Но здесь, кстати, прикольно, как из фильмов. Почему я в университете. Расскажу вам немножко о французской бюрократии. Так как я интернациональный студент, я должен принести в любом случае гораздо больше бумажек, чем любой другой француз, что вполне нормально, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации, такими как банковские счета, сим-карты, страховки. И это все мне необходимо. Так вот, чтобы получить банковский счет, у меня должен быть номер телефона. А чтобы номер телефона получить, у меня должна быть страховка. А чтобы была страховка, должен быть и банковский счет, и номер телефона. Да-дам! Это последний круг ада. Так вот, этот круг ада может рассоединить единственная вещь – карта студента. Вот теперь сколько нужно сделать шагов, чтобы получить эту карту. Мне необходимо зарегистрироваться в приложении Teams. Чтобы зарегистрироваться в приложении Teams, у меня должна быть педагогическая запись. А чтобы у меня должна была быть педагогическая запись, я должен пройти административную запись. И вы спросите, в чем разница? Я правда не ебу. И пока я это все не сделаю, у меня не будет расписания, я не буду знать, в какой группе, и я рискую пропускать занятия. И знаете что? Я объяснил эту ситуацию администрации, я каждому ее объяснял, и один человек мне ответил, 14-го есть свободное окошко на получение всех этих благ. А я ему отвечаю, а до 14-го я не буду ходить на учебу, и он говорит, да, а что в этом такого? Тем временем в моем университете, если ты пропускаешь 3 пары, ты исключен из универа. Так вот, за 3 дня в университете... Тот день, который вы сейчас видели, и следующие 2, я в общей сложности 7 часов бегал по всему университету, чтобы мне могли сделать эту административную запись. У меня шпинали, как футбольный мяч, по всей администрации университета. Целовал закрытые двери, я умолял, плакал, все не работало. И только спустя 7 часов натиска, оккупации моей администрации и уже литра слез, мне выдали мою карту. Я пытаюсь получить карту свою. Студенты, без которых я нихуя не могу сделать, я даже расписание не могу посмотреть на университет, не то что открыть счет, платить за ЖКХ, страховку и так далее, я вот вообще нихуя не могу, даже я не знаю, в какой я группе, не знаю, какое у меня расписание без этой карты. А мне эту карту никто не может сделать, меня, блядь, прогнали по всему университету 30 раз, блядь, вручили просто кипу бумаг и давай, сам разбирайся. Вот это все, что мне сказали. Мне еще предложили пойти в церковь сегодня, просто я сидел на лавочке, мне предложили. И если я сегодня не получу никакую информацию, я реально пойду. Но мне, кстати, очень нравится. Выглядит мило, прям по-студенчески. Некрасивые люди на курсе. Я прям думал, у меня будет Fashion Week.
Все, я еще раз походил. Я уже 2,5 часа хожу, блядь, до всех допрашиваюсь, я сейчас зарыдаю сам. В первый день я уже ненавижу университет. Все идет как надо. Здравствуйте. Оно достиралось. Я его сейчас выдернул из розетки, потому что не понимаю, что мне делать. Открылась эта штука, но барабан ни вправо, ни влево не хотят вообще двигаться. И моя одежда в заложниках уже 27 часов вот там. Я всю эту инструкцию изучил, но в силу того, что, наверное, возможно, я не знаю, как работают стиральные машины, я не понимаю, что мне делать. Ну а больше моей парижской и французской жизни вы можете узнать в моих других социальных сетях, такие как Telegram, Instagram, как выглядит теперь моя комната, с кем я там общаюсь, кто мои друзьяшки и самый красивый Starbucks на планете. Это все я уже показал в историях. И, конечно же, о студенческой жизни я вам расскажу больше в следующем видео. Расскажу, что да как у нас происходит учеба, потому что сам я еще искренне это плохо понимаю. И, конечно же, я этим всем тоже буду делиться в Инстаграме и в Телеграме. Ники у меня везде одинаковые, но если что, есть ссылочки под описанием под этим роликом. И спасибо большое, что опять проигнорировали мою просьбу. Ничего из этого не сделали, а я очень старался. Мне это видео далось невероятным трудом, я его снимал месяц, и здесь столько эмоций, столько меня, как ни в каком другом. Я, правда, вам благодарю вас очень сильно за то, что вы это все посмотрели.